Приветствую, девочки, мальчики. Случилось тут мировое несчастное событие. Кто-то радуется, кто-то плачет. Кому-то все равно. Ну, умер человек эпоха. Фиделюшка наш Кастро. Царство ему, как говорится, небесное. Ну и земля там пухом. Покойся с миром. Я лично сколько себя помню, столько помню Фидель. Вот это вот борода его, вот эти вот глаза его. Воу! Мужчина такой симпатичный. Высокий. И все время мы ему помогали, помню. Все время помогали. Мы помогали не ему. Нет, ну как, он участвовал там. Ну, он с Хрущевым встретился. Помогали. Ну, ясно, что мы стране показали. Ну, он-то первый был руководитель. Я не хочу оценивать ни политических событий, которые он принес на Кубу. Ничего. Я просто хочу сказать, что СССР жило с переживаниями в сердце. По поводу Че Гевары, по поводу Фидельки, потом вот брат его. Рауль. Рауль, как бы не умер, то Господи, прости. Ну, царство небесное, и в честь него я заготовила, как бы вам показать-то это, сигары. Он на дюхе увидел, говорю, я такое сделаю. Правильная сигара должна быть толстая. Скрученные из листьев, а у меня вот, видите, сигара такая игрушечная. Ну что, Фиделюшка? Молодец. Мужик был. Правильный мужчина. Наливает себе коньяка. Я хоть и не мужчина. Коньяк у меня, конечно, так себе. Сразу вам скажу. Если никак казахстанский не допью. Опускает кончик. Свой. Сигары. Ну там уже сколько и сакральные действия делаются в этот момент, ну, я не знаю. Пропитывается сигара хорошим коньяком. И съедается. Ну, короче, девчонки, мальчишки, это вот такая штучка из пельменного теста. Ссылочку вам на Надюху дам. Проще разорвать и показать. Там внутри фарш, можно делать любую начинку. Очень сочно, очень вкусно. Гарантирую. Так как Надюха, я не повторю просто. Это очень тонкое тесто. Это очень много-много раскатки. В начинку там еще и перчик зелененький и так далее. У меня все по-простому. Фаршет с лучком. Раскатала, закатала. Ну, технологию, кто хочет, посмотрите у Надюхи. Там вообще шикарно. Блюдо вот так вот на закуску. Или вот так вот в перекус куда-то взять с собой. Вот немного, но очень вкусно. Сок высекает. Надюх, спасибо тебе за идею. Туда я начинку, думаю, можно вообще любую. Сыр, яйца, колбасу. Все, что в доме есть. Все в эту сигару крути. Не пожалеешь. Поэтому у меня тут траур. Кубинскому народу передаю свои соболезнования. Вы парсиозные. Готовьте с нами. Готовьте с удовольствием. Гафир Абрамов плохого не посоветует. Следите за политическими событиями в мире. Мир меняется. Чумаки-чумаки в обе щеки. Всем пока.